Традиционный проект «Каникул» в художественной галерее давно знаком жителям города. Зимняя программа посвящена самым теплым и волшебным праздникам – Новому году и Рождеству. В этом году посетителей ждут новые интересные занятия. Интерактив «Зима в лесу» из программы «Радость творчества» начнется с экскурсии по выставке картин Константина Миенкова. В этой программе мы будем говорить о зиме в картинах художников. Посмотрим, кто прячется в зимних сугробах. Научимся, как художники рисовать снег всеми цветами радуги. Узнаем, что белого цвета в природе не бывает. Пофантазировать на тему, кто прячется в лесу, сделать новогоднюю игрушку на елку, интерьерные украшения. Каждый найдет себе занятие по душе. В расписании зимней программы очень легко разобраться. Каждый день в 10 часов начинаются интерактивы из программы «Радость творчества». В 12 часов всех ждут в творческих мастерских, а в 2 часа дня сотрудники проведут экскурсии по выставкам. Нам приятно, что художественная галерея становится таким вот теплым местом для того, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться со своими детьми, сделать с ними какие-то новогодние работы, принести домой, украсть елку. Заявки на участие в познавательных и увлекательных занятиях в художественной галерее в дни школьных каникул уже принимаются. Можно прийти классом, группой, всей семьей, с друзьями. Календарь наш сейчас уже плотный по заявкам, поэтому, конечно же, если кто-то не нашел себе местечко, звоните. Мы всегда выберем день и найдем времечко для того, чтобы провести занятия специально для вашего класса, для вашей группы. Познакомиться с программой «Каникул» в художественной галерее можно на сайтах «Арт-Саров» и «Городского музея», а также в официальной группе ВКонтакте. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».